В актовом зале Ассамблеи народа Казахстана прошло первое из череды праздничных мероприятий, приуроченных к 30-летию независимости Республики Казахстан. На нем своими талантами блеснули представители науки, культуры, образования, творческая молодежь, а также члены областной Ассамблеи народа Казахстана и активисты этнокультурных объединений. Анастасия Евсеева расскажет подробнее. Сегодняшнее мероприятие дает официальный старт эстафете «30 добрых дел», а также юбилейным мероприятиям, которые пройдут в течение года в нашем регионе. С концертной программой на сцене выступили ансамбли «Атамикена», «Слым», «Купава» и народный хор «Оксана». Они исполнили ряд популярных номеров из своего репертуара. В мероприятии принимают участие в основном, можно сказать, 100% наши ветераны, которые были свидетелями и участниками завоевания нашей независимости и становления нашего государства. Поэтому они принимали активное участие. И сейчас в связи с возрастом они ветераны, они аксакалы. И сейчас подросло новое поколение. Это своего рода преемство поколения, передача поколения. Со слов организаторов, в рамках эстафеты будут проводиться самые разные мероприятия, от благотворительных до музыкальных. Это не только праздничные мероприятия, это будут какие-то мероприятия, которые принесут пользу для нашего региона, какой-то вклад внесут в наш регион. И вот этим вот своими достижениями мы придем, наверное, вот к финалу, что мы отметили хорошую дату вот такими-то результатами. Мы думаем, что вся молодежь, все жители нашего города, нашего региона поддержат нас и возьмут эту эстафету и продолжат ее. Концертную программу посмотрели около 70 зрителей. К слову, все санитарные меры были соблюдены. Анастасия Евсеева, Галымжан Урынов, телеканал «Актюбя».